Дай зубы-то. Стас, братишка, по-другому-то никак не получится. Ты о чем? Баб, ну я же вижу, ты из-за глухого паришься. Ты хоть весь мозг себе выешь, она... А по-другому нельзя. Да ты из-за бабки-то не переживай. Она пожила, нормально пожила. Культурно, всю жизнь в музее. Она еще может отказаться. Стас, ну ты че? Ты че, хочешь всю жизнь у Завьялова в шестерку, что ли, пробегать? Так что это, давай с Глуховой-то поласковей. Уговори ее вынести рукопись-то. Ага. Вот же не везет, так не везет. Только начал, и все бросай. А вы бы не могли отлаживать свой отъезд? Нет. Отец плохо себя... В общем, семейные проблемы. Ну как же так? Как же ваши исследования? Вы же говорили, что нашли второй смысловой уровень текста. Который автор спрятал определенным образом. Это, Валентина Степановна, теория. Ее еще нужно доказать. А мне надо ехать. Жаль. Кофе вам забыла заварить. Ничего. Спасибо большое. Станислав! А что, если я вам вынесу рукопись ночью? Вы смогли бы ее отсканировать? Ну? Это решило бы все наши проблемы. Ну, хорошо. Уговорил. Поищу конца этого деятеля. Давай, отправляй. Ну, вот и славно. Все. Что ты сказал? Я сказал, рукопись берем и все. Старушку просто оглушаем. Пока она очнется, пока менты, то все, мы уже с тобой в самолете будем. Ты понял меня? Ты дурак, а если нас... Ты понял меня? Хорошо. Давай подставимся. Давай подставимся. Только знай, что на нашей зоне у тебя от мороза очко треснет. Ты понял? Валентина Степановна, добрый день. Спасибо. Ну вот. Станислав, да. Я вас очень прошу, ни о чем не спрашивайте меня. Давайте оставим цветы в машине. Хорошо, как скажете. Все в порядке? Да, алло, спасибо. Павлик, это я. Тут вот какое дело. У Глуховой поклонник появился. На, молодой и богатый. Только что привез ее на лимузине. Ну вот. Сканируйте, фотографируйте, не знаю, как у вас там это называется. Да, во всем мире рукописные памятники оцифрованы, а у нас... Вот везут ее израильтяне, даже копии не останется. Зато вы будете в командировке в Израиль ездить. Да. Ну ладно, не буду мешать.
Спасибо. Ну, хорошо. Видите, как все просто. Да. Валентина Степановна, а давайте я вас домой подвезу. Да нет, что вы. Я недалеко живу. Ну, спасибо. Зачем вы будете ходить ночью по улице одна? Ну, хорошо. Уговорили. Я сейчас. Подождите.